Установка счетчиков, утепление кровель, замена дверей и окон. Украинцев стимулируют внедрять в своих жилищах энергоэффективные технологии. Для финансовой поддержки разработана государственная программа. ОСМД и жилищно-строительные кооперативы могут получить льготный кредит на проведение работ. 40% компенсирует госбюджет, еще 20% погасит областная казна. На данный момент у нас в городе всего лишь одно ЖСК, которое воспользуется этой программой. Это ЖСК номер 98, у него такое название. Вот. Оно взяло кредит в Укргазбанке на замену окон на пластиковых в местах общего пользования. Пока что остальные дома ОСМД, ЖСК, они только присматриваются, не боятся связываться с кредитным ресурсом. На семинаре в Харькове замглавы Государственного агентства по энергосбережению Алексей Корчмит пояснил, чтобы люди охотнее брали кредиты, областной бюджет должен компенсировать не только тело, но и процентную ставку займа. Сегодня Львовщина обігнала середній показник по країні в 4 рази. Чому? Тому що, окрім того, що держава надає відшкодування від 20 до 40% по тілу кредита, Львівщина по регіональній програмі відшкодовує від 15 до 20% від відсоткової ставки. Таким чином запозичальникам залишається лише 5-10% по відсотковій ставці. С момента реализации проекта по внедрению энергоэффективных технологий украинцам выдано льготных кредитов почти на 300 миллионов гривен. Виктория Вашкевич, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».